Всем здрасте, я Нубастер. В этом видео я уничтожу кучу предметов, поэтому надевайте защитные очки, чтобы вам ничего не прилетело в лоб. Все предметы будут уничтожаться, ломаться. А я напоминаю, хочешь вступить в банду Нубастера? Тогда ставь лайкосик. Если ты девочка, напиши цифру 1 в комментариях. Если ты мальчик, напиши цифру 2 в комментариях. Мы узнаем, кого больше в нашей банде. А мы начинаем этот видосик. Ну, здравствуй, Попсик. Ты явно хочешь заценить, как мой мега-супер-шреддер уничтожит вот этих вот чувачков. У нас здесь крутые мужики, у нас здесь крутые мемчики, у нас здесь спрунки, у нас здесь бингус, у нас здесь шлепа, у нас здесь бабушкин смартфон, у нас здесь сиреноголовый и... Ты кто? В общем, давайте, знаете что, прямо сейчас ставим лайкосик на этот видосик, у нас здесь еда, если ты проголодался, у тебя вопросик, где ты можешь перекусить. В общем, ты с нами тут можешь затусить, хочешь пиццу? Эй, это что вы там делаете? Я не пойму, мы тут уничтожаем предметы, понятно? Чувачок, я ничего не понял. Вы сейчас поймешь. В общем, познакомить я вас еще хотел с одним чуваком. У нас здесь новый охранник, это пес. Пес задает вопрос, когда он поедет в Дубай отдыхать? Отвечаю тебе, никогда. Подождите, в общем, начинаем прямо сейчас уничтожать. Я даже не знаю, ребят, кого. Только сейчас одного, а ты давай танцуй, не останавливайся, у тебя отлично получается, знаете? Я хочу уничтожить вот этого чувака. У него циферка какая? 6, давайте его туда. Циферка 6, нажимаем. Воу, и сейчас мы что? Уничтожаем. Ну что, кто кого? Мемчик Бу испугался против Шреддера. Чё-то я не понял. У нас что, впервые за всю историю уничтожения предметов мемчик Бу испугался не уничтожиться? Я просто в шоке. Ладно, надо ему немножко дать времени. Кого же следующего мы хотим уничтожить? Я знаю, попался мужик. Сейчас тебя уничтожим. Ты чё радуешься? Ты же следующий. Он говорит, ух ты, я следующий. Ну что, давайте тогда циферка 5. У нас уничтожается мужик опять. Ну что, где же ты, мужик? О, убежал куда-то. Не понял, он же там был. Подождите, где? Его, походу, ветер смыл. Я в шоке. Где ты? Вон он, смотрите, в бутылку попал. Я в шоке, он туда погнал. Нет, серьезно, у нас мужик в бутылке сидит. Вон он, смотрите. Как ты туда забрался? Моп! Пацан, ты чё, ты куда залез? Я в шоке, ребята. Нельзя, нельзя сюда заходить. У нас здесь специальные штуки. Засунешь туда руки и превратишься в бутылки. Пацан засунул не только руки, он засунул ноги и мозги тоже свои, походу, туда. Ну что, пес, следи, охранника надо нанимать. Кто хочет в банду Нубастера быть охранником? Ставьте циферку 1 в комментарии. Я подумаю над вашим предложением. Прямо сейчас я беру такую штуку себе в руку, потому что у нас здесь Шреддер, короче, не может уничтожить вот этот мемчик. Ну что, кто у нас следующий? Чуваки, бабушкин смартфон. Бабушкин смартфон был крутой до того момента, когда бабушка на него села. Бабушка на него села, 2 часа просидела, и, короче, смартфончику конец. Смотрите, какое защитное стекло у смартфона, крепкое. Я просто в шоке. Да, реально крепкое, смотрите. Не уничтожается? У-ху! Мне это нравится. Защитное стекло. А, все уничтожилось, в общем. Так что, пацан, а ну отойди оттуда, слышишь? Ты что, он смотрит и испугался, видали, убежал. Убежал, поднажал, ладно, чуваки. Пока что я немножко передохну. Я немножко полетаю. У-у-у! Я тут все знаю. Давайте, короче, немножко полетим, вы не против? Сейчас, я тут поставил самолет же. Что такое? Что такое? Ладно, ладно, я понял, я понял. Я вас понял. Не понял, не понял. Подождите, выбраться мне дайте отсюда. Воу-воу-воу. Так как я разработчик игры, давайте попробуем убрать вот этот самолет сверху. И оп, все, видали? Как круто быть разработчиком игр. Ладно, садимся в самолет. Летим! Подождите, ой, все, походу, прилетели. Это что-то за карусели, я в шоке. Не, что такое-то? Что такое? Мы что, так будем 2 недели? Самолет, а ну прекращай! Ты турбину свою вращай, подождите. Лети, лети, к бабушке прилети. Все, походу, прилетели. Не, серьезно, что это такое? Я хотел немножко отдохнуть, но, видимо, не придется. Это что такое? Это что такое? Я вон вообще полностью залез туда. Из него сделали бутылку туда-сюда. Мне хочется грустить. Ладно, пойдемте дальше поуничтожаем. Потому что, ну, если что, это не виноват. И он явно сейчас, его родители сюда придут. Я знаю, что делать с ним. Ребят, короче, сейчас мы сделаем one момент. Сейчас будет крутой эксперимент. Короче, смотрите, что мы превратимся. В общем, потому что сейчас там может полиция приехать. Оп.
Получил! Вот и все. Вот и все. Мне жалко, что я его огорчил. Ладно, пойдемте, короче, продолжим уничтожать. Что у нас дальше будет попадать в шреддер? Давайте запускаем дрон, что потом? Ребята, сейчас будет интересно. У нас здесь бингус. Бабушкин старый компьютер. Миллион робуксов. А здесь у нас спрунки. И шлепа со своими пельменями. Ну что, кто кого? Бингус против шлепы. Голосуйте, чуваки, кто крепче. Ну что, давайте проверим. У нас шлепа под цифркой 3, поэтому он будет первым. Ну что, шлепа, ты готов? Он говорит, всегда готов. Первые уничтожаются спрунки. Кстати, у нас тут некоторые спрунки от нас убегульки. Я тебя вижу, чувак. Да что ж вы делаете? У нас здесь все, смотрите, в бутылки превращаются. Подождите, я не видел шлепа, чтоб уничтожился. Вы видели шлепу? Я не видел, подождите, а в клетке кто сидит? Шлепа у нас победитель. Его пельмешки оказались крепче, чем Бингус. Ну что, Бингус из микроволновки, ты готов? Да, я буду мега-супер-вовка нажимать на кнопку. Ну что, смотрим, кто тут у нас. Миллион робоксов, Бингус, микроволновка, бабушкин старый компьютер. Вон Бингус или где он? Подождите. А где Бингус? Я не понял. Вы видите Бингуса? Я не вижу. Подождите, у нас там мужик, Бжик. Мужик, ты не видел, куда Бингус побежал? Он говорит, вы что, совсем? Я тут, видите, танцую, кайфую, дрифтую. А ну, подстаньте от меня. Подождите, а где тогда Бингус? Ты не видел, говорит, а что вы там делаете? Говорит, что-то уничтожаете? Да ладно, к нему бесполезно обращаться. Вон он, Бингус, в бутылку залез. Как он туда попал? Как он туда попал? Я в шоке, что он нам тут надел? Сколько бутылок, ведь за каждую бутылку нам заплатят по одному робоксу. Представляете, сколько у нас будет робоксов? Говорит, пес, я куплю новый скин. Ты что там, пацан? Пацан! Пес, взять! Пес, фас! Фас за пятую точку! Ладно, это... Пацан, ты что, в будку пса решил залезть? Ну, туда попал. Вот, вот дает. Ну, ладно, давайте, короче, дальше. У нас противостояние мега-супер-соника против сиреноголового. Напиши, кто круче, кто могучий. Кстати, это ботиночки моей сестренки. Проверим, кто... Ну, крутые ли они? Она говорила, что это самые крепкие ботинки на планете. Поверьте мне, дети, что напишите, кто круче. Циферка 1 круче Соник, циферка 2 круче Сиреноголова, циферка 3 будет означать, что круче ботинки моей сестренки. Ну что, первый у нас летит, короче, туда Соник. Ну что, Соник Шин. Соник Шин! Сильный как 100 мужчин. Проверим, правда ли это. Все неправда. Он уничтожился очень быстро. Прожил он совсем ничего. В общем, ну что тут у нас за свалка, я не понял. Что тут у нас за... Я просто в шоке. Пес, будешь уволен. В Дубай никогда не поедешь, если не будешь заниматься своей работой. Пес говорит, сейчас все будет сделано. В общем, у нас следующий сиреноголовый плюс ботинки. Уу, ну что, ботинки моей сестренки. Давай. Сиреноголовый надел ботинки, плюс ботинки уничтожаются. Я так понимаю, сиреноголовый у нас очень долго. Если Соник уничтожился очень быстро... То сиреноголовые тут в течение 10 секунд. Ботинки, ребята, я передам сестре, что они не крепкие совсем. В общем, ну да. Вообще не крепкие ботинки. Подошва крепкая, если честно. О, все. Того. Ну что, ребята, следующее что? Что мы уничтожим дальше? Вау, у нас осталось совсем ничего, если честно. У нас остались... Что там у нас? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, у нас остались спрунки. Давайте узнаем, какой спрунки самый крепкий. Вот, запомните какого-нибудь спрунки. Например, зеленого или синего. И, ну, голубого, красного, оранжевого или монитор. Дальше спрунки у нас вот такие. Запомните своего любимца спрунки, и мы проверим, ваш спрунки дойдет до конца или нет. Вы готовы? Давайте проверим ответ. У нас прямо сейчас летят спрунки. По-моему, никто из них не остался жив, ребят. Но у нас один вылетел спрунки и улетел куда-то сюда. Вот его что-то. Рука, нога, я не знаю. Это... Это кружка, подождите, вы, это что за игрушка? Это оранжевый спрунки, кто проголосовал за оранжевого спрунки? Он больше всех, короче, уцелел. Вон он, где он, где он, как он выглядит? Ребят, вот такой вот был у нас оранжевый спрунки, он уцелел. Ну, я, конечно, в шоке. Я загадал другого, если честно, ладно. Циферка 7. Циферка 7 у нас спрунки, загадывайте снова, какие спрунки. Вот они какие, ребята, подрифтульки, какой из них? Вы загадали какого-нибудь? Так, у нас зайка летит с прунки. Уху, все, зайка, ну все, объелась морковки. Следующий у нас кто? У мега супер ловки синий. И у нас черный ламборгини. Ладно, давайте, что у нас тут?
Так, 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 так. Вау, как залипательно, круто, привлекательно. Да у нас тут целая помойка из бутылок. Шлёп, где пёс? Пёс, ну всё. Честно вам признаюсь, мне стало мало, и поэтому я пришёл в настоящий шреддер поуничтожать. Я потрачу тут кучу робоксов, чтобы задонатить, и кучу предметов я тут купил. Ну что, давайте отправимся в самый низ, с самого начала. Тащи с самого конца, мы начинаем. Какие у нас предметы здесь? А, Бобус! Давай, лети туда! У-ху! По-моему, он не летит. По-моему, он сейчас в космос улетит. Подождите. Что-то у нас плохое начало. Тогда унитаз давайте туда один раз. У-ху! А Бобус улетает... в космос, а унитаз... А нет, возвращается из космоса, улетает опять в космос. Хорошо, дальше. Кто у нас тут? Машина. Ну что, машина, там сидит мужчина. У-ху! Ну что, смотрим. А как избавиться теперь от Бобуса? Он теперь нам будет мешать. Ну что, машина, давай уничтожать. Огнеметом сейчас мы тебя будем... Так, взрывать, да, реально, наша машина теперь загорелась. Отлично, так, подождите, кого еще можно взять, чтобы... Так, 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 так. О, ракета, давайте, короче, не в ту сторону она полетела, что-то, подождите. Круто, 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 что тут есть еще? Так, у нас есть другая ракета. О, мы можем... Вау, мы можем, получается, так, хорошо. Что еще? Так, мы можем делать. Еще хочу. Вот, и вниз, вниз, вниз. И запускаем ракету. Вау, крутую котлету. Дальше что у нас тут, какие есть штуки? У меня уже чешутся руки. Так, другую ракету я хочу запустить. Так, 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 чтобы не тупить. И так, вот в колесо. Так, отлично, даже прилично. Лего, давайте лего. Крепкое ли оно? А потому что всегда я удивлялся, насколько крепкое лего. Дальше у нас был, если был один абобус. Теперь у нас их несколько. Оу, да, да, дальше. Кровать, ненавижу спать, поэтому буду кровать взрывать. Давайте, вот. Ух ты, пух ты. Там кто-то, по-моему, лежал под одеялом. Ладно, неважно, кто у нас следующий? Миниган, ребята, это такая оружка, которая стреляет очень быстро многими пулями. Ну что, смотрим. За секунду уничтожил ее же. Короче, посмотрите, у нас просто какая-то кнопка Ютуба. Давайте, короче, ее засунем туда, посмотрим. Эх, мистер Бис сейчас плачет, походу. Ладно, давайте, плачет, это что-то значит. Мега-супер-граната, я в шоке. Ладно, уничтожь солдата вот этого брата. Давайте, короче, так, следующего чувака. Вот она, золотая кнопка, чуваки, золотая. Ничего себе, давайте туда кидаем. Дальше, ладно. Давайте, знаете что, бабушке скрипела дверь, а она говорила, замени мне, ну, бастер, дверь. Я заменил, вот он. Сразу замена двери. Так, шарики туды-сюды. Вау, моя кошка сейчас веселится немножко. Кошка обожает реально эти шарики, ладно. Динамит, ребята, динамит. У-у-у, круто. Пэты из Адоптами. Оу, круто, летите туды. Так, следующий кто у нас? Кучу шкафчиков из игры двери. Я так и знал, что они не крепкие. Хаги-ваги. Хаги-ваги, ребята, серьезно, смотрите, какие зубки. Не, ручки не суйте, а то, ну, задрифтуйте прям туда. Ой-ой-ой, это было эпично. Ребята, это было эпично, нереально. Так, бомбочка. Давайте. Взрывайся, взрывайся. Отлично. А что если сделать? Вот так, плюс вот так. Ну-ка. Ой, это Балди, я перепутал. Я думал, это просто какой-то мужик-мужик. Ладно, нубик, давай. Проверим нубика на прочность. Наш нубик. Подождите, наш нубик крепкий нубик оказался. Кирпичная стена, чуваки. Ну, это реально крепко очень. Ну, а Шреддер, я думаю, уничтожит. Так, сик. Ну, его еще называют псих. Давайте посмотрим. Оп. Который мне постоянно не дает играть. Так, мне говорят, пригласи кого-нибудь в игру. Нет, подождите, я занят очень сильно. Занят очень сильно, хочу уничтожить вот фигуру. Которая постоянно мне давала играть, проходить игру двери. Окей. Вот это уже, ребята, покупные модели, которые я купил за робоксы. Так, и мы сейчас узнаем, какие тут у нас еще есть чувачки. Так, давайте зайдем во взрывчатки. Вот. У нас во взрывчатке то, что я купил за робоксы. Так, у нас Марио. Что-то вот этот пак не очень интересный. В этом паке вот есть какие вещи. Динамит из Майнкрафта. Мы даже запустим, наверное, давайте два туда. Потому что он прям как-то залипательно очень круто выглядит. Ладно. Стив. Всегда говорил, что он самый крепкий на свете, на планете. Это неправда, дети. Поверьте, в общем, давайте, Слендермен. Теперь никого не будет пугать, он провалился куда-то туда. Вот, Соник, ребята, Соник, вау. Ну что, Соник, ты готов? Говорит, готов. Ну что, давай, Соник. Соник оказался одним из крепких. Ну, наверное, самый крепкий у нас радужный друг. Вон он там сидит. Так, у нас тут какая-то девчулька. А, это принцесса. Ладно, следующая. Кто, 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 кого, кого, кого. Так, ага, не все этот купил, ребята, не все этот купил. Ну, а вот я купил вот такие какие-то магниты. Так, потом супермагнит. Он обычный магнит, а супермагнит.
клей какой-то, что это? Чё-то немного странные какие-то предметы, если честно. Не, серьезно. Я так понимаю, это клей, который прилипает, и он должен... Ну, меч, это вообще, не знаю, это вообще странно. Нет? Как думаете? А его развернуть можно как-то поиначе? Куда он пропал, не понял. Ладно, давайте вот так кидаем. Чё он улетел? Ладно, меч, наверное, самая глупая штука тут в игре. Вот, давайте. Кубик застыл, и теперь он не улетает. Ой, мне страшно эту брать штуку. Подождите. Она даже сюда не помещается. Ладно, давайте выберем что-нибудь другое. Например, вот. Спанч Бобик. Ну что, желтый лобик, лети туда. Смотрим на... Нет, это все... Его друг Патрик. Они не могут друг без друга. Сразу давайте его туда запускаем. Мистера Крабса. Так. Мистер Крабс, ты мне скажешь свой рецепт Крабсбургера или нет? Никогда, говорит, не расскажу. Туда уходи. Все. Ого, лучший питомец Спанч Боба. Тут написано, что его зовут Гэри. Окей, давай туда посмотрим. Улитка еще одна. Тон Планктон, который хочет вечно украсть рецепт Крабсбургера. Дальше какой? Мониторчик какой-то. У нас мороженое, губка Боб. Давайте туда его. Глазками мы... Ой, гамбургер увидел, я кушать захотел. Я аж на сейчас от голода побледнел. Я в шоке. Кто хочет гамбургер прямо сейчас, ребят? Лайкосик на этот видосик. Что? И вот это мы тоже не купили. Смотрите, у нас... Какой-то точильщик есть. Плюс мы не купили. Короче, что мы еще не купили? И... Ага. Ну что, прямо сейчас мне бабушка закинула робоксы. Я попробую купить, наверное, все пакеты, которые здесь имеются. Это вот ФНАФчики. Ну что, ФНАФчики? Думаю, если честно, ФНАФы не очень рады, что я купил. Смотрите, а их тут очень много, кстати. Ну что, стандартный ФНАФ. Давай, лети туда. К сожалению, конец твоему пути. Так. Ой-ой-ой, он прямо микрофон в руке держит. Смотрите, короче. Это боится! Ой, говорит, а там круто. Ну ладно, надеюсь, что там круто и правда. Ну что, следующий у нас ФНАФ летит. Он никак Шреддер не обхитрит. Ладно, следующая Чика. Ну что, давайте. Кто помнит вообще ФНАФов, ребята? Такие жуткие чувачки, которые постоянно мне снились по ночам. Ну что, теперь я буду, короче, мстить. Ну что, давай, давай. Вот смотрите, у него крюк есть. Интересно, он крюком зацепится или нет? Не зацепился, не использовал, короче, свою сверхсилу. Следующий чувак, вот этот глазастенький. Ну что, давай. Я с ветерком скатился. Во, у нас есть обновленный Фредди из почти нового ФНАФа игрульки. Ну что, давайте. Следующий у нас политульки в Шреддер. Как все быстро здесь, ребята, происходит. Все уничтожаются. Но мне это нравится. Сейчас я куплю еще кое-что в этой игрульке. Не забудьте поставить лайкульки. У нас солнце. Солнышко мое. Лети туда. Говорит, лечу. Он реально улетел. Ну что, давайте следующего. У нас вот какая-то штука, я не знаю, стоит 49 робокс. Называется точильщик. Что это такое, ребят? Сейчас мы и узнаем. Точильщик. Купил. Нажал. О, обратное направление. Окей, смотрите, ускорить. О, мы можем, получается, смотрите. Ага, делать Шреддер намного быстрее. Мы можем управлять Шреддером сколько вообще? Ничего себе, какой он быстрый, подождите. Окей. Давайте что-нибудь попробуем взять, ребята. Тут нажать на все, например, стул. Ну, по-моему, не сильно-то изменилось что-то, да? Ну, я, если честно, в шоке от того, что так круто здесь можно... вот, сбросить скорость. И сделать медленней. Вообще, ребята, он может остановиться. Вообще, ладно, давайте ему попробуем вернуть ко мне. Кто-то пытается присоединиться, чтобы к другой игре... Чувачок, извини, мне тут интересно пока что. Ладно, давайте у нас вот обратное направление туда-сюда. В общем, это стоило 50 робоксов. И мы реально... О, подождите, а вот это как будет работать? Мы теперь, смотрите, у нас Шреддер был внутрь, а теперь в другое направление. Вот это интересно. Сейчас мы попробуем, давайте возьмем коробку. Так, она, в принципе, уничтожается. У нас Шреддер работает как терка. У нас бесконечно кто-то приглашает в друзья. Простите, чуваки, я тут это, видите, что все купил. Сейчас посмотрим. Так, ага. Интересно, ребята, если честно, да, когда я тут все купил, очень интересно. Давайте проверим, все ли я вообще купил в этой игре. Так, это я все купил. Маленький огненный шар туда его. Так, это купил. Это купил. Так, не затупил. Так, давайте. Все купил, ребят, чуваки, все купили мы абсолютно в этой игре, я в шоке. Я вам так скажу, если честно, моя игра про Шреддер туда-сюда лучше, чем там, где я был. Я все-таки хочу немножко попробовать полетать.
Давайте попробуем все-таки взлететь. Это будет круто. Ну что, опять. В общем, 25. Ладно, ребят, я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайкосик на этот видосик. О, сейчас полечу. Если есть вопросик, можешь написать в комментариях. А я тут еще немножко поиграю.